Всем привет, мои друзья! С вами Владимир по тропам Южного Урала. Сегодня мы идем на Издерские зубчатки с группой туристов. Оставайтесь со мной, будет очень интересно. Увидите осеннюю красоту Уральских гор. Ну, друзья мои, подошли мы к Издерским зубчаткам, к скалам. Хочу вам показать вот такое чудо природы. Видите? Кулак. Горы предупреждают. Берегите себя. Мы в горах. Ну, идем дальше. Такие красивые скалы. Ну, друзья, мы так идем. Немножко задышались. Остановились, делаем фото, такие скалы, подождем остальных сейчас, идем. Вот, друзья мои, поднялись мы на смотровую площадку, вот такая красота открывается с Издерских зубчаток, посмотрите, какие скалы. Такая панорама. Туристы все в восторге. Вот вдали гора Еремель. Так вот, панораму сейчас сниму, пока ветра нету. Вот гора Большой Кумардак. Вот Малый Кумардак. Сейчас перемещусь. Да нет, я, наверное, отсюда сниму сейчас. Смотрите, сижу я на каком уступе. Внизу такая вот пропасть. 40 метров. И вот гора Машак. Мы ее называем Медвежья. Ну все, пойду я на другую сторону. Сейчас сниму вам, покажу панораму. Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Мы на Издерских зубчатках. Посмотрите на эту красоту. Любуйтесь нашей природой. Вот, друзья мои, еще вам хочу показать нашу панораму. Гора Имантау. Хребет Кумардак. И гора Колокольня. Вот такая красота. Мы на смотровой площадке на Издерских зубчатках. Сейчас идем в цирк. Вот такое образование цирк. Оставайтесь с нами. Покажу вам красоту. Вот, друзья мои, посмотрите, какая красота. Мы уже подходим к цирку. Какие горы. Вот, друзья мои, поднялись мы на скалы. Посмотрите, какая панорама открывается на северо-восток. Там вот вдали Терлян наш. Турист со мной. Все в восторге, все делятся впечатлениями. Но оставайтесь с нами. Мы пришли в цирк. Сейчас я вам его покажу. Вот, друзья мои, мы в цирке. Залез на скалу, снимаю. Смотрите, какая красота. Такая красота. Красота. Вот эта вот скала, сейчас я вам покажу поближе. Видите, какая остроконечная. А вот эта скала вот называется чертов палец. Посмотрите, какая она. Там такая плита лежит.
Туристы у меня начинают спускаться потихоньку. Идем мы с ними. Проход закрыт на несколько секунд. Посмотрите, полюбуйтесь. Бываю здесь часто, но каждый раз я в восторге. Каждый раз они встречают по-новому. Кто-то все делают селфи, фотографируют. Группа с Уфы. Значит, в основном все молодежь. На твой телефон, давай. Молодцы. Идут легко. Ну вот, друзья мои, показал я вам цирк. Сейчас спускаемся. Вот, друзья мои, делаю панораму еще с цирка. Посмотрите, какие скалы. Сейчас мы, значит, смотрели сверху на эти скалы. А да, сейчас вот мы под ними. Такая шикарная природа. Отличный день. Да не, он не мешает. Не. Ну я видел фотографии с высоты, видимо, с дронов люди снимали. Да, есть дроны снимают, красота вообще. Угу. Вот такие вот. Ну ладно, идем дальше, друзья мои. Вот наша группа. Ютубу привет! Привет! Ютубу привет! Привет с Урала! Привет! Привет! Ну молодцы! Переводите, не надо, ставьте лайк. Вот, друзья мои, еще хочу вам показать панораму. Не спеша. Смотрите, наслаждайтесь. Кто не был, приезжайте. Увидеть всю эту красоту своими глазами. Здесь красиво и зимой, и летом, в любую погоду. Но лучше, конечно, как сейчас. Посмотрите, какая скала. Как алтарь. И вот слева, как женщина смотрит, будто. И вот эта вот скала, чертов палец, такая вот громадная скала. Ну, скала здесь высотой 40-50 метров. Ну, оставайтесь с нами. Вот, друзья мои, хочу вам показать скалу. Я называю ее солдат. Посмотрите. Папаха, как руки сложил. Руки скрестил. Да, как руки скрестил на груди, как в наполеонские войны. Вот такой солдат. Посмотрите, девчат, на солдата. Вон стоит солдат. Вот, друзья мои, показываю вам еще для масштаба. Видите, экстремал, фотограф, куда забрался. Вот такая высота. А вон он, экстрим. Вот, друзья мои, посмотрите, какие бывают камни. Рисунок. Как будто волны застыли. Видите? Нахожусь я вот. Зашел за чертов палец, за эту скалу. А такая скала. Нет, сюда не поднимешь мы сейчас. Вот сейчас покажу вам вот это образование. Сейчас мы подойдем поближе, я вам покажу. Вот такие скалы. И вот тут вот видите, такие монолитные блоки. Да. И сверху вот такая плита. Как будто когда-то великаны что-то строили. Дворец. Да, дворец свой. Такая вот рябинка здесь. Такое место. Блоки ровненькие стоят.
Вот посмотрите, друзья, сколько туристов пришло сегодня в этот день. Все сидят, отдыхают. Сейчас мы будем возвращаться назад. Но оставайтесь со мной. Еще походим, посмотрим немного на нашу красоту. Вот это Инзерские зубчатки. Южный Урал. Исключительное место по своей красоте. Показываю вам вот эту скалу. Подошла я к ней поближе. Посмотрите на нее во всей ее красе. Тут внизу рябина такая шикарная растет. Так вот пройдем. Что вот это покажу? Вот такая вот монументальная. Вот и что. Панорамку немножко. Наших вершин. Оставайтесь со мной. Идем. Ну, спасибо, друзья мои. Прогуляемся мы по Инзерским зубчаткам. Возвращаемся мы к нашему тягачу. Покажу вам дорогу. Сейчас как поедем. Но это будет уже в другом видео. Насколько мне там заряда хватит, буду снимать. Оставайтесь со мной. Всем мира и добра. Всем пока. Берегите себя. Всем удачи. С вами был Владимир.